35 лет не Иван Житков, завидный холостяк. Последние отношения с Лилией Соловьевой у него не сложились, и пара рассталась из-за взаимных упреков. Их общий сын Степан живет с мамой, но актер его с радостью навещает. Также у Житкова есть старшая дочь Маша, рожденная в браке с Татьяной Эрнтгольц. Экс-супруги позабыли все обиды и теперь хорошо общаются. Недавно они вместе посетили родительское собрание в школе, где учится дочь. Иван не исключает, что в будущем у него еще появятся дети. Актер любит проводить время со своими наследниками. «Хочу еще троих. Очень люблю своих детей. Хочу быть для них примером. Делаю все, что в моих силах, чтобы они мной гордились. Не знаю, сколько у меня будет еще жен, но, хочу признаться, я никогда не связывал свою жизнь с мамами моих детей на время. Я искренне верил, что это на всю жизнь», — делится мыслями Житков на личной странице в социальной сети. Иван Житков и его дочь фото Инстаграм. Многие подписчики Житкова высказали свое негодование, ведь недавно он оставил Лилию с ребенком на руках. Тем не менее, актер договорился с бывшей возлюбленной о том, что будет помогать финансово. Жаль, что Степа растет без папы. «Семья – это работа и терпение. Не спешите больше с браком, приглядитесь, поживите год-два, детей тоже не заводите пока. Ну что ж вы такой честный. Мне Степочку очень жаль, мальчику нужен папа не на один день в неделю», — писали в комментариях Ивану. Ранее актер объяснил, что бывшая избранница Лилия слишком сгущала краски, рассказывая о причинах их разрыва. «Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла, все посты не прямо, но косвенно говорят вам, какой же я плохой, важнее семьи. Я вам отвечаю, делал все, что мог, для семьи, сначала для нее, потом для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу», — писал Иван в ответ недоброжелателям. Сейчас Житков полностью сосредоточился на карьере. Актер принимает участие в нескольких антрепризах и играет в комедии «Охота на мужчин». Свободное время он проводит с друзьями или коллегами. Класс пост 632 684 подписчика.